Эй, приветствую вас, дорогие друзья, с вами Ангрей. Сегодня мы с вами погрузимся в перипетии императорских конфликтов и борьбу за власть в игре Romance of the Three Kingdoms, 11-я часть. Мы проходим последний золотой Golden Challenge. Наконец-то я опять добрался до Цао-Цао. А, они не могут дальше пойти. Понял. Так, кстати, Юаншао. Ага, понял. Вообще. Ага. Тут даже нельзя встать сбоку, вот с этих боков условно. Будем пытаться просто ждать подкрепу. Люди будут даже прокачаны в плане луков. Хотя проблема на самом деле то, что идти сбоку, это идея хорошая. Но, во-первых, очень врагов много, как вы видите. И тут все сделано так, что, ну, на самом деле, крайне малюсенькая эта территория. И эти наши боки, так сказать, они нам только боком разве что и могут выйти. Так, любить также может станет всех. Это было бы великолепно, если бы имело большой смысл. Так, ты копейщик, ты копейщик. Ага. Он не может ничего делать, будучи копейщиком. Тут еще территория плюс дико ограниченная. Так, Сяхаудуна можем мы застанить? 16, еб твою мать. Кто у него там такой сидит? А, этот парень, помним, помним. Вроде Лидиан, если не ошибаюсь. Если еще правильно помню. Император вообще у нас тут посос еще тот. Опять же. А, он лучник, да? Понятно. Ну, типа, максимально 200 урона. Представляете? 15 тысяч наносят 200 урона. Конфетка. Так, Матэнь конница. А Матэнь с сыном, наверное, в одном отряде. Потому что иначе... Серьезно? То есть вот так вот, да? Не, ну дочь-то у него крутая была. Ой. Ну, блин. Я бы, конечно, предпочел, чтобы моча вот тут своей мочой брызгал на этих уродов. Ой, император побег для урода. Так, ты у нас пика? Или что ты? Пикачу? Ой. Сори, микрофон слишком близко. Я просто перенаклонился, чтобы посмотреть, кто он. А, пикачу вроде бы, да. Пика-пика. Чё? Боже, у тебя даже тактика не удалась. Восхищение, восхищение, восхищение. Ну, здесь даже ждать довольно-таки сложно подкрепу. Матэнь уже... А, не Матэнь, а это уже вы жулили. 79. Ну, это, кстати, неплохо. О, Любэй, здорово. Ну, видите, они, ну, как бы, ну, тут смысл, смысл, друзья. Ох, не на тактика. 358 урона. Ну, можно сказать, что он, в принципе, и не наносит урон в этом бою. Предашь собрата? Нет, красава, кстати. Это вообще не понимаю, что значит. А, ноль. Ноль! Ну, давайте рискнем. Понял. Рискнули. Чем-чем, да. Да уж. Любопытно, конечно, как тут бой должен складываться. Что, ну, у нас потери уже. Стопудейско-центровые. Матэнь пошел в сорокотанище гулять. 15 тысяч. Но это нам нужно станет. Это как бы, ну идите в сраку. Вот именно. Мы с этим вообще ничего не сделаем. 800 потерял. Потому что... А, ладно, пофиг. Мощный урон, мощный урон.
горит в аду. Я бы, наверное, так предпочел. Ну ж, пользы от него, пользы ноль, знаете. Ну, вот Энион может, конечно, восстановить в правах. Халявые отношения, чтобы смог начать Матейн. Так. Цеп-цеп-цеп-цеп. Да. А ты кто? Тоже пика, да? Чу? Нет? Давайте точно проверим. Да, тоже пик. Тоже пик. 300 урона. Ну, знаете, это, конечно, смехотворище какое-то, блин. Инвалиды. Император такой, я император, послан небесами. Огонь неба сыпется из моих уст. Пиздец. Как же такое ощущение, что большая куча кала сыпется из твоих уст. Этот огонь только мешает. Я могу сюда зайти и хотя бы как-то продамажить за него. В итоге, блядь, бесполезность. В итоге мистер бесполезен, он даже теряет больше, он даже Цавриану проигрывает, ебать его в сраку. Что за блошиная хуйня вот именно? А ну-ка. Во! Наверное. Ну, хотя бы нанес урон. Ты хотя бы, так сказать, не знаю, человеком, наносящим урон и стал. Блять! Что происходит? Я не то нажал, понял. Тут Цао-Цао выцепляем, само собой. Блин, у любви это даже нету такого коли... О, ты можешь еще дальше отойти. Счастливый человек выходит. Да, он двоих-то такие уроны нанес. Молодец, молодец. Банзя, банзя! Что творится? Кто-нибудь... Вызовите скорую. Боже ты мой, супер подкрепление. Мача здесь. Старый седой лучник, который никогда не мажет. Великий воин, скачущий на коне навстречу приключениям. Борода, гордость и эго. Из-за чего все будет в итоге проебано в моей жизни. Тут. Эти гандоны штопаны тут. Мораль повысилась. У нас все еще нет шансов. Заткнись, любей. Все нормально. Шансов у нас вправду нет. Говорит как бы ему император. Слушайте, ну теперь как бы сам бог велел, да? Ага, велел. Кто тут поджиги устраивает? Признавайтесь, твари. Твари. Так. Я не знаю, что с тобой делать, поэтому я тебя вот так вот, вот сюда, так вот сюда. Давай ты сюда подойдешь и попробуешь. Во. Слушай, попаделово. А почему ответка-то? Просто так? Захотелось? Да ёб вашу... Какая тварь это вот сделала? Мешает вообще, я не знаю как вообще. Сильно в смысле мешает, если вы не поняли до сих пор. Так, ты же лучником будешь по-любому, да? Ага, вы копейщики. Хреново на самом деле. Ну, ну ладно. Пробуем застанить кого-нибудь. Тебе поменьше людей. Не получилось. Тоже бывает, кстати. Так. Тебя можем закинуть на друга твоего. Правда, столько урона, конечно, что он есть, что его нет, судя по всему. Ага, класс. Лучник, который ничего не может. Этот лучник может, но можно сказать, что не может. Так что отменяем. Отменяем его магуны. Матэн такой, твари! Моего коня... Переварили, съели и высрали в этом бою, пока вы 2 года сюда шли. Так, а ты у нас пикейщик, да? Оттянешь брата? Видишь братуху сюда, эту нашу барматуху? Что, ты не умеешь тактикулить в лесах?
Знаете, это просто такое замес, что когда ты пропускаешь, я вообще уже не понимаю, что здесь происходит. А, императора, кстати, ну, кстати, император, да, он. Ой, бля! Мужики. Мужики! Или бабы вы. Ну, Яншал точно баба. У него слишком мало всего осталось, чтобы мужиком считаться. О, это нам надо. Хотя бы в двоих вжарить. Так, и что же у тебя уже? Блин, только они только пришли. И вот это вот наша супер надежда, да? Вот это вот наша, не знаю, супер-супер там супер. Супер ничего какое-то. Серьезно, у тебя и ничего не удалось. Ну, блин. Ну, блин. Что ты такой? Что такой говноед? Старый. Сука. Что делать? Так. Матэню, очевидно, нечего. Да, он хуйней страдает. Понял, принял. Любей тут своего братуху Цао-Цао, пускай застанет. Нам это поможет? Ага, конечно. Ты сюда поедешь, туда поедешь. Молодец. Их людей я уважаю. Просто катаешься. Просто катарин. Так, тактику все еще нельзя. Класс. Можно на дуэльку? Нет. Понял. Может, у тебя сработает? Отлично. У нас два стана, друзья. Это ничего не изменило, на самом деле. Бля. Вообще в огниве горишь. Ну, даже тебе нужно тактики юзать, иначе, ну, не знаю, что тут... А, вот, кстати, можно вытолкать. А, правда, мы только его вытолкали. Вау. У них слишком много урона, я просто, как бы, ну, не знаю. Банально. Банально нас ебут в очко. Банально, не банально. Молодец, старикан. Когда ты уже почти труп, ты... Говна. Труп. Да что ж такое-то? О, тактику наконец сможешь. Спустя 10 тысяч лет, кстати. Дальше Нитигузи. А что происходит? Тут вообще какая-то жопа сплошная из не знаю чего, из всего. Никуда не подойти, ничего не сделать, ни в кого не пукнуть. Ничего вообще не можешь. Бесполезный кусок мяса стоит просто, тварь. Я просто не знаю, что еще сказать. Супер бесполезность. Кунджунджанджанджанджала. Ну, Ксяхаудун, наверное, проблема. Я тут уже хз, кто проблема. По-моему, уже все проблемы для меня. Так, давай тебя попробуем застанить. Ну, круто, что он тоже станет, конечно, но этого слишком все равно мало. Бух ты, у них же уронов даже банально нет. Они даже дамаг не могут наносить. У них как бы физические возможности и не существует на это. Этим надо побеждать. Старого! Отстаньте! Кто-то помер. Бля. Все, последний стан, друзья. Последний стан. Да. И все. Давай сюда, кстати. Так, ну у тебя станы постоянно удаются. Ага. Сглазил, блин. Сглазил, блять. Давай ты тут поможешь. Я не знаю, что это поможет в целом вообще. Но ты по... Ой, блин. Может тройную? Ага, хер там уже не хватает, да. Ох. Ладно. Двойную сделаем, раз тройную нельзя. Хашири. Хаширик есть! Или Чирик хотя бы. Сасао. Сделай мне Сасао. Ой, старик, старик, пенсионерыч. Оп, чуть-чуть получилось. Второй раз. Урону норм, но мало, мало. Мы объективно тут ничего не можем. Пока что.
Убью его на всякий случай. Хотя не знаю на самом деле, какой случай, что мне этот случай даст. Даже этот вон не хочет подыхать ни в какую. Капецкие маленькие. Да мои суки. Старина. Давай, мочкани последний раз в своей жиже. Нормально, в целом мочканул, чё, как бы. Претензий не имею. Дуэльку будешь? Кстати, а чё ты такой жесткий? Чё дуэльку ты хочешь? Ты кто там, псих? А у него... А хотя вот этот, как воин, хороший, я помню, да. Понял, принял. И чё ж нам делать? Дуэлька нам невыгодна. Ну правильно, тут любей со своим этим суперстратегом. Что они вообще могут? Понятно. Короче говоря. Короче говоря. Понял. Принял. Да и стан на один ход, что-то, конечно, как хрень полная выглядит. Так, не знаю, ты сюда заходи. Ну да. Тогда все. Как бы мы и проиграли теперь. 100%. Мы и так проиграли, на самом деле. Но как бы даже когда станет, никого не можем. Панте! Не. А, это не наш. Я же думал, наш. Хотя. То наш, то не наш. Один хрен разница, наверное. Так, Джанфей, отсюда нужно выйти, потому что сюда нужно стать кого-нибудь более крутому тебе, к примеру. Ура! Тактики появились. Какое счастье. Император, кстати, еще даже ворушится. Поздравляем его с этим. А, Цао-Цао где-то в кустах. Даже не можешь на него подействовать ни морально, ни психологически, ни сексуально. О, кстати, вот здесь нас не примут. Ну все, пацаны. Тут по стратегии сейчас будем херачить всех. Дуэльчику. Ой, красавчик. Хотя ты там ничего не даст. Здесь можно было бы реально бы убить офицера вражеского. Тут эти дуэли были бы на вес золота, между прочим. Между прочим. Ну что, посмотрим, отсосет, не отсосет. Порой эти статы, они не сильно решают, на самом деле, в игре. Ну да, видите, они на равных дерутся, потому что, ну, Гуан Ю, очевидно, должен быть сильнее. Чей-то стратег. Наш, кстати, стратег пришел, да. Чей-то стратег. Наш стратег. Дурачок. Охренеть. Ты что там? Понушился, что ли? Угу. Сухуан вернулся. В принципе, можем почти его убить. Ну, давайте. На самом деле, мы почти сами уже умираем. Класс! Хотя, что это дает, на самом деле? Ну, все равно класс. Мы ранили этого говножуя. Этого говножуя, правда, мы навряд ли раним. Как бы, ну, он нас не завалил на самом-то деле. Защита! Гуань Юй, бей! Бей! Бей, борода! Бей, гордая борода! А вы что, охуели там? Ебать! Мы проиграли еще! Как это возможно? Я в панике. Я в панике, блядство! Разврат, наркотики, гомосеки, твари все. Ой, бля. Какая же жопа. Хочешь дуэльку? О, кстати, тут есть воины. Между прочим, реабилитируемся. Реабилитируемся, мужики. О, спасите, помогите. Можно мне еще подкрепление? Любых бомжей приму. Сука. Да, конечно, Гуаныч. То, что сделаешь со Саныч, я вообще Сан Саныч тебе сделаю. Единственное, давайте опозорим его по полной. Чего?
Он еще и раненый. Ну, твою мать. Я хер знает, что делать. Ай, блядь. Пиздец. Пизду. Ладно, новая попытка, все. Все. Нет моих сил, жопа горит. Пошли нахуй. Где там? Вот великолепный челлендж. Шанжела, да. Сухай. А стойте на месте. Стойте на месте. Пидор. Ладно, друзья, не будем. Чё мы? Это самое, мы чё? Всё? Людей кончились. Чё вы? Ну, как бы, всё на этом. Хамбитачу. Я не умею бить. Но попробую это сделать. Видали, как тактикульно мужик сработал наш? Ноль пользы, ноль. Если никто не успел заметить, что это был ноль пользы, я вам скажу, что это был ноль пользы. Чан-чан-чан-чан-чан-чан-чан-ля. Не слышится. Оператор поддержку дает. А ты кто вообще? Пикейщик очередной, да? А, понял. Ты же получишь урона только от этого боя, да? 1000 человек в минус. В минуса 1000 человек. Ни хрена ж себе. Ну да, здесь никак. Может быть, сюда стоило переместиться на самом деле? И было бы выгодно. А им типа так, знаете... Ну, не знаю. Как-нибудь попробуем. Я уверен, эта попытка... Хотя, чего я уверен? Нет, я не уверен, друзья, кстати. Steam заканчивает свою поддержку 7-й вин... 1000, чё? Я ухожу домой. Слушай, друзья, сегодня будет целых 3 попытки в этот челлендж. При том, что я сегодня еще, ну, проходил предыдущий, опять же, чтобы наконец-то добраться до этого челленджа. У меня там было сколько? Тоже, кстати, 3 попытки. Ну, слушайте. 3-3. 3x3 получается попытки. За сегодня, то есть 6 попыток. То есть это будет уже точно последняя. Это, друзья, уже будет у нас последнее. Нахрена эта стена вообще нужна, не понимаю. То есть, какой от нее профит нам? Что вот она должна давать такого великого? Не знаю. То есть, вот именно я не знаю, что она должна давать великого. По-моему, она ничего не дает. Один хрен разница с того, что он существует. Вроде они должны бить именно императора хотеть. Хер там плавал, они очень сильно хотят бить всех. Беги, засанец! Блин, убей даже ни до кого не доскочит. По-моему, это... Ну ладно, пофиг, худшее так худшее. Че, мужики, вы тут делаете? Развлекаетесь друг с другом? Вот этим вот занимаетесь, да, непотребством, которое запрещено в нашей стране, пропаганда. А я по лицу вижу, что вы прям мечтаете пропагандировать все вот это вот, потому что, как бы, ну, нехорошие вы люди. Это говно я делаю, да, сейчас. Ладно. Да, так что, кстати, друзья, поддержка 7 Windows заканчивается. Но не только лишь это радостная для вас всех, нас всех, вас, нас, вас всех новость. Фига себе, а императору пофиг, взял вообще, вышел из окружения. Красавчик. Тупо на мужика. Давай. Давай на мужика тупо. На вжижика. Вот так. Синь-д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 инь
Эти вы же должны находиться где-то, хер знает где. Вспомнил. Так, почему он так яростно... Ксу... Ой, ксужу. Ну, понял, нету дуэль бросать смысла, нет. Блин, лучшие воины против нас, охренеть.
Да, и урона мы нормально не наносим, и ничего мы не наносим нормально. То бишь, хотя бы станы какие-то давали бы нам делать, я хз. То есть как-то вообще позорно. Нам совсем дают позорно проигрывать здесь. Шансов у нас, очевидно, нету. То есть не сильно понимаю, на что рассчитывать хочет игра. Ниндзя Лопа. Сюда встанешь, прикроешь Любе, типа. Ну, тут нету пространства для маневра, поэтому. А кого там, Любея? Не, ну я не буду делать дополнительную попытку, хватит сегодня с меня. Ну, тут вообще все плохо. Да, друзья, по поводу, у меня же 7-я винда, и как бы... Проблема в том, что комп у меня, когда устанавливали десятку, он плохо работал на ней. Ну, тормозил конкретно. Типа слабенький, как я это вижу. Но прикол в том, что даже уже не проблема 7-я винда, это проблема, конечно, также остается. А в том, что... как его называют... Как его называют, господи, я забываю. Это самое... Господи. Блок питания у меня опять гудеть начал. Блок питания начал опять гудеть. И это значит, что... Ну, я менял 3 раза. Это значит, что, ну, очевидно, замены в данной сборке компьютера ничего не делают. Он все так же продолжает убивать блоки питания. Причем это сам последний, самый мощный был. Ну, я там не только блок питания, у меня тут и какая-то там плата была и замененная, если не ошибаюсь. И вентилятор я здесь более крутой купил, ну, пока работал, само собой. Одним словом, ну, типа обновил его, работал он хорошо буквально 2-3 дня, потом уже начал на спад идти. Ну, не сильно там, типа, знаете, там на 10% потом стал хуже работать. Ну, и довольно быстро за месяц он опять стал работать, не знаю, там, 40 хуже сейчас работает, не знаю, на, условно на 50, ну, это условности, да, на 50. Так что прикол даже в том, что если я, когда, ну, устанавливал 2 года назад на него 10-ю винду, и он работал максимально калечно, ну, что же говорить про его нынешнее состояние. А как я знаю, понимаю, почему у меня... А, все? А что случилось? А, подкрепление дебильное пришло. Главное, заметьте, они всего лишь 8000-ные. Хотя бы по десятке было бы у них. Ах, да. Так. И, ну, гудит как бы, да, он гудит. Гудеть опять начал. Гудеть. И причем, если он до этого, вот, ну, месяца полтора, наверное, или два даже, включался и гудел, то сейчас он меня... Да. Ну, хоть кому-то есть возможность рассказать. Конечно, немногие послушают, но все же. Хоть что-то приятное в жизни. Поделюсь хотя бы с вами. Последний раз, наверное, не знаю. Вот. И чё кого станет-то? Блин, не знаю даже. Ну, ты, наверное, урон можешь нанести. Вот, а теперь он гудит даже после включения. Буквально, не знаю. Ну, сегодня, примерно, гудел почти что полчаса. Вчера он гудел, просто был включен, какое-то время начал гудеть. Одним словом, скорее всего, скоро он, как говорится, отправится в Вальхаллу. Как понимаю, мой компьютер. Так что даже замена... А, блин, свой... Понял. Замена даже, ой, точнее, перестановка винды 10 будет, скорее всего, даже, ну, ничего не решающий будет. Одним словом. Нужно даже уже не систему, ну, точнее, не блок питания менять, а получается нужно... Получается нужно уже... Так, ты можешь что-то юзать? Нет, не можешь. Тогда отойди. Можешь застанить кого-нибудь. Понял. А, пускай Жанфей сюда, он хотя бы... А, тут один только враг стоит. Понял.
Давайте подтянем тебе. Не знаю, вроде что ты даст прям нам. Брат, кстати, не стал помогать. Скотина, конечно. Так, а ты копейщик же сейчас, да? Да. Почему ты его не откинул тогда? Странно как-то. Давайте застанем тогда. Ага, застанили. Серьезно. Он просто заблокировал всех, кого только мог. Причем дико классно и все так далее. У нас нулевые тут результаты какие-то. Вот. А, они, кажется, тоже так могут. В пропусканиях я, в принципе, это не замечал, но это логично, что они так могут. Вот. Так что... Ну, короче говоря... Я просто так это говорю, потому что понимаю, что ничего особо не изменится. Боже мой, люби это трахает как... Когда-нибудь, может, смогу вернуться до YouTube. Не знаю. Времена сейчас тяжелые вообще у всех. Это я понимаю абсолютно. Непростые. Блять, как же, как они элитарно-то пиздят. Вы заметьте, как они охуенно пиздят нас. У них настолько все классно прям получается. Я хидею с этой дуры. А он как, он еще жив даже каким-то чудом. И огниво у нас тут до хрена. И нас просто жгут по всем фронтам. Император типа мог бы тоже построить что-то там, поджечь. Ну, кстати, выглядит так, что вот тут было бы... Я, правда, не помню, какая из них, вроде бы вот эта, да? Чё? Блять. О, стан, хорошо, кстати. Помощь от брата. Заметьте, друзья, брат помогает. По-братски помогает, видимо. А он же ответ прилетит, да? От этого же здания ответ только прилетает. А, нет, за тактику не прилетает. Вот это мы конечно имбу сейчас создадим. Что творится вообще? Пекло какое-то нахрен. Хотя он из него и шел, надо признать. Батуа и сынуа. А это ж... Ты ж пикейщик, да? Кстати, прикольно. Хотя, чё прикольно? Я, в принципе... Ну, я не знаю, там какие-то браузеры другие будут поддерживать. Надеюсь, будут поддерживать. Потому что у меня предзаписанные видео там уже есть определенные. Цива будет выходить. Вторая прохождение за... Кого? За вайкингов. Потом за китайцев не очень хорошее получилось, но чего уж поделать. Ну и все, по сути, на втором канале, на этом канале все. На первом канале, ну так как я сейчас сконцентрировался на втором больше канале, на первом канале у меня предзаписанного ничего нет. Ну как сказать, ничего нет. У меня там предзаписаны, знаете, игры такие из разряда, которые я бы, ну, уже выпускать не хотел, потому что сомневаюсь очень сильно в их... То, что они какие-то просмотры могут собрать. Вот в этом плане я их особо не хотел выпускать. Ну, видео данные. Вот, но... Если, не знаю, либо компьютер... Хотя если компьютер нагнется, я в любом случае не смогу. Но если там, короче, какой-то из этих сможет поддерживать седьмую виду из старых браузеров, то я попробую что-нибудь там сделать. Ну, что сделать... Сделать так, чтобы видео, короче, выходили в течение времени. Ну, а так-то, в принципе, все на этом. Даже, думаю, можно констатировать факт по поводу нахождения на Ютубе. Ну, что поделать. Не нравится никому мой контент. Потому что, на самом деле, знаете, это дебильное оправдание в том плане, что, типа, старые игры. Да, заходят старые игры тоже. Есть каналы, которые спокойно собирают на старых играх, поэтому, ну... Вот, так что не нравится никому. Голос, так я понимаю, я, в принципе, знаю. Только с одним челом общался, который записывал финалку 12-ю вроде бы. 12-ю? 10-я у нас была. 11-я. Да, 12-ю.
Вот. Он мне говорил, что в принципе, ну, типа, ну, он, как сказать, он сказал, что, ну, я посмотрел, типа, ну, как-то что-то тебе, как-то вот что-то вот в тебе не так, но вот что, я и сам не могу понять. Кстати, довольно забавно звучало это. Вот. Да. Застанете кого? Ух ты, серьезно? Старик, ну, старик хотя бы это может. Новый любей у нас, друзья. Хотя, чего тут новый любей? У нас вот такая задница. Да, потому что у меня что, 300 подписчиков на втором канале, 600 подписчиков, или сколько, 500 там, или 600 на первом, я уже забыл даже. В принципе, ну, довольно мало, незначимо. И то за счет того, что я шорты по КСу выкладываю. Именно шорты у меня привлекают в итоге внимание. А они даже прохождение сами. Так что, короче говоря, не особо-то я интересен оказался людям. Вот так вот. Кстати, видео выйдет сегодня, потому что на сегодня у меня вроде ничего нет. Не потому что я ленюсь, друзья, потому что там есть тоже проблема определенная со здоровьем. Да и порой не могу выйти на связь. За что делать, конечно. Ну, это слишком сложный бой, конечно. Ну, придумали ребята, молодцы. Потому что гении. То, что, дескать, 4 боя. Но забыли придумать, как вот в этом последнем побеждать. Так, то, что старикан может станет, это круто. Потому что он тут в лесах, по сути, единственное, что полезного и может, так это станет. Но по большей части... Нам все равно это не помогает. Отсидеться тоже здесь, как видите, не дают. Может быть, надо как-то сюда смещаться. Ну, шкопья они хотя бы станить могут. Это довольно хорошая такая тема. Поэтому, возможно, нужно отрядом пытаться сюда сместиться. Хрен с ним, за то, что конь... Нет, а ты еще живой. Конница не может ничего сделать. Но копья куда полезнее. Можете свои итоги года написать, друзья. Поддержите ролик этот. Да. Ну, также можете что-нибудь закинуть на Киви. Буду рад любой сумме, так или иначе. Помимо компьютера еще и выживать надо. Так сказать. Не только лишь одними компьютерами получается жить. Иногда просто выживать. Тоже неплохая темка. 31-го тоже выйдет какое-то видео. Не знаю. Хотел что-нибудь записать для подписчиков, но на первом канале никто не откликнулся. Поэтому я здесь поста, в принципе, тоже делать не буду. Думаю, ну, никто особо ничего не ждет от меня. Опять же. Так что... ХЗ. Ну, наверное, тоже романс запишу, кстати говоря. Новую попытку в романсе. Запишу для вас. Для вас всех, друзья. Так или иначе, спасибо всем, кто все-таки смотрел, кто хоть супер редко написал комментарии. Вот завалили, между прочим. А вы боялись. Да, смотрите, пикейщики плюс старикан с любее могут станить. Нам в этой зоне просто жизненно необходимо жить, проживать, добра наживать. Это круто. Это хоть какой-то наконец-то выработался у меня план на следующую попытку. На завтра, видимо, да. Я понимаю, что люди, кстати, не любят поучения, но на самом деле ну, не советую. Призываю вас особо не бухать, не пить. Хоть, конечно, тяжело, и я понимаю, что как-то хочется порой тяжесть бытия чем-то залить, словно. Но... Прикол в том, что на самом деле все плохое, оно исключительно от нас зависит. Как и все хорошее. То бишь, без нас не, в жизни людей не бывает, ну, наши, других людей, ни хорошего, ни плохого. Так, ты застанешь тебя.
А, понял. Не заста... Ну, кстати, застанем мы его все-таки. Чего? 29 при этом сработало. Каким перепугом? Ну, тут, в принципе, все. Да. Так, тут я уже пропускаю, потому что, в принципе, я еще серию хотел обсудить, а у нас тут уже 40 минут. А, кстати, я еще серию плюс смотрел до этого, так что прилично сегодня у нас. Сегодня романс у нас прям прилично времени уделено. Ну, всем, кто там есть, кому нравится. А, кстати, да. Еще прикольный момент, то, что я там, ну, в один момент выложил видео с картинкой, там, ну, с бабой нейронной и... азиаткой, типа, да? И это видео посмотрели. Эх. На самом деле, это часть дезморалит, конечно, в плане, что... Ну, что полуголая баба привлекает внимание больше. Ну, на самом деле, тут что, удивляться? Что удивляться? Всем, всем это нравится. Полуголые женщины нравятся всем, да. Как бы это ни звучало. Наверное, в принципе, можем... Ну да, чего ж, можем. Тут уже и играть-то неким. Осталось два... чебрика, и тебе ни на что не способный. Ну, в целом, конечно, ну, мы нанесли урон. Какой-никакой. Тут, в принципе, полноценных отрядов сколько осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь полноценных отрядов и таких сильно раненые. Ну, с другой стороны, тоже, знаете, семь отрядов, это тоже цифра такая внушаемая. Плюс Цао-Цао один чего стоит. Слишком прям опасно. Господи, они еще плюс с крутыми защитами. Вот так вот, вот так вот. Так что это видео я тоже выложу. Женщина, не знаю. Вдруг оно. Последний, знаете, такой рывок. Ну, в принципе, завтра тоже, если про мансу выйдет, тоже будет два таких последних рывка, знаете, прям... Популярность какую-то. Хотя как? Популярность с, виде, ну, с картинками, с этими бабами. Кто-то даже написал, везде обман. Ну, блин, чел. Хотя он все равно не посмотрит, само собой. Что поделать? YouTube, я бы, на самом деле, даже, может быть, подборки бы такие делал бы. Это и то бы, ну, это и то бы хоть что-то бы собирало. Но прикол, что YouTube такое тоже блокирует, так что... Даже на таком контенте не получится выехать. Боже, он отказался. Больной. А серия-то, между прочим, сегодня была интересная. Если вы не знали, друзья. Я вам расскажу про это. Ой. Серия сегодня была реально интересная, на самом деле, насыщенная. Много событий. Ну, прям совсем, чтоб много, но такие события очень мощные, на самом деле. Сейчас мы подмотаем. Да, император при смерти, его, в принципе, по барабану, на самом деле, что уже, как бы, случится с империей, потому что, ну, он, типа, осознает, что, типа, я помру, и, в принципе, уже по боку, что там после меня будет. Да. Жена и баба, ну, мать, получается, они, конечно, типа, страдают. Ну, жена, понятное дело, притворяется, я так понимаю, вообще ей, на самом деле, насрать. Она уж, как она сама в итоге скажет, что она очень давно ждала, когда, наконец-то, власть в ее руки. Тут они ругаются с императрицей. Ну, бабские разборки этот. Да, император предсмертным кого-то якобы видит. Ну, знаете, этот вот, как вот эти вот... Есть поверье, что, типа, перед смертью ты там увидишь, как за тобой придут твои близкие. Это, конечно, красиво, но не рабочая тема, скорее всего. Вот. И вот этот вот... Как его там? Да, вот этот мужичок. Евнух, он, короче говоря, понимает, что... Что императрица и ее этот брат будут принимать власть в свои руки. Генерал Кэ Цзинь. В общем, и он вызывает его этот, в дворец. Чтоб, соответственно, в свою очередь его там прикокошить.
Цао Цао говорит, что нужно быть осторожным. Ну, Хайдзинь как бы говорит, ну, блин, я все-таки даже если не появлюсь, это будет плохо. Да, вот как раз он приходит к этим, к другим евнухам. Кстати, довольно их мало, на самом деле. Мне кажется, в Троецарстве их там большие толпы были. Но это уже, типа, проблема каста получается. И как бы говорит, что, типа, мы должны выбрать наследником именно более умного, и которого, скажем так, растит именно его бабуля, то бишь мать императора предыдущего. А все остальные, в принципе, пофиг им на это. И он говорит, что ну, мы должны убить этого генерала Хайдзиня. Он запирает, как видите, вот эту вот молодую жену императора и всех евнухов, что его, конечно, огромная ошибка. И хочет казнить этого генерала. Но один из евнухов, он подзывает пан Иня, еще одного тоже евнуха, и просит пан Иня сообщить генералу Хайдзиню что-то сказать, ну, его хотят убить. Пока генерал идет, он замечает, что кругом стража. На самом деле, его могли бы уже порешать, но, видимо, нужно официально куда-то подойти. Да, и вот этот вот евнух сейчас. Видите, что он делает? Он типа на него, ну, условно опрокидывает воду случайно. И как бы вот сейчас он ему говорит, что типа вас хотят убить. И генерал как бы такой, блин, я теперь мокрый, типа к императору не пойду, нужно сменить одежды. Как бы никто пока не сообщает, что император мертв. Тут Цао Цао тренирует солдат. Этот генерал возвращается, рассказывает. Все, и Цао Цао предполагает, что, в общем-то, император умер. Вас хотят устранить, чтобы, так сказать, старая императрица. Что с вами? А у него, кстати, еще спина побаливает. Спина, боль в спине. И предлагает ему, в общем-то, отсидеться пока в лагере. А Юан Шао, оказывается, в это время был послан на какие-то там свершения. Естественно, по прошлой серии я уже не помню, куда его там посылали. Ну, против кого именно. Вот. Да, и после этого они выпускают императрицу евнухов. И она, в общем-то, говорит вот этому вот... Забываю все время, как его зовут. Ну ладно, видимо, уже и не вспомню. А, Цзянь Шоу должен покинуть дворец. На самом деле он ничего не покинет, его схватят и посадят. Заключение! Да, я не ошибаюсь, вот как раз-таки евнух и вот этот, типа, ну, там, дедушка Цао Цао, он в свое время там евнухов других перерезал, ну, когда у них там тоже были проблемы. А у этого, не знаю, то ли духа не хватило, то ли что. То есть по факту ему нужно было тем же самым заняться, перерезать всех евнухов и... захватить таким образом власть, убить этого как раз-таки генерала, ну и попробовать власть захватить. Но не смог, не получилось. Тут же отсылают императрицу и младшего сына в старый какой-то домик во дворце, где все в пыли и паутине. Одним словом, в общем-то, все, она проиграла борьбу за власть. Она пытается, конечно, обратиться к евнухам, что, дескать, мужички, вообще-то вас жахнут при возможности. Ну, они как бы не верят, они говорят, мы пообещали императрице, что мы, так сказать, на нее стороне будем ей служить, мы ей кланяемся постоянно. Да, тут Яван Шао возвращается, как говорит, ну что, тут походу уже все и нормалек без меня. И, ну, и при этом Яван Шао, очевидно, в свою игру играет, потому что Цао Цао здесь, кстати, пока что показан, знаете, тем, что он реально помогает Хайдзиню. Прям меня даже это отчасти удивляет. И тут Яван Шао как бы, не знаю, что он хочет, возможно, он хочет смуту навести, так сказать. Он говорит как бы генералу, что, дескать, евнухи вас в итоге-то на самом деле предадут. Вот видите, он за... твою-то медь. Вот он говорит, что предадут вас евнухи. И на самом деле неплохо было бы и нам их порешать, так сказать, в свою очередь. И генерал, в принципе, соглашается. Потому что, в принципе, ну, уважение. Он все-таки военный. Уважение к политиканам у него, разумеется, никакого нет. Тут же, я так понимаю, вот хотят короновать нового принца. Видимо, его коронуют, я так понимаю. На этого казнят путем разрывания с помощью лошадей. Жестокая крайняя, конечно, казнь. И вот он приходит к своей сестре и как бы хочет с ней поговорить. Вот все слуги ушли. Он говорит, что типа, ну, евнухов, в общем-то, хорошо, что они на твоей стороне. Ну, давай, в общем-то, их всех под нож, как гусей пекинских. Или, не, уток, господи, гусей. Уток по-пекински моих, так сказать. Всех казним. Они в это время послушивали двое.
Он, когда выходит, он как бы это видит и начинает их избивать. Так как, ну, видите, посмели послушивать. Пошли вон, убирайте. Он их избивает. А в евнухе, в свою очередь, так сказать, довольно жалко, так сказать. Актеры довольно, конечно, смешно с одной стороны, но неплохо отыгрывают. Они говорят, типа, нас испинали, он хочет нас убить, мы знаем. А императрица при этом как-то на них так смотрит, что типа, ну, блин, я женщина, а тут мужики, типа, решают свои вопросы. Так что, одним словом, продолжится. Проблемы, продолжится грязня за власть между, вот, собственно говоря, и евнухами, и генералами, и офицерами. Короче говоря, вот так вот. Сменилась своеобразным образом власть в Китае, получается, сейчас в сериале. Ну, в сериале. Эх. Довольно интересная, в общем, была серия, насыщенная, то бишь. Вроде как, с одной стороны, на самом деле, это, по сути, одно. Просто император умер, нового императора выбрали, генерала этого чуть ли не убили. Ну, как-то, не знаю, мне прям посмотрел довольно-таки неплохо ее. Мне она прям понравилась, серия данная. Что ж, друзья, завтра, получается, будет еще, наверное, видео по романсу, так думаю. Мне, кстати, еще по Бригандине надо снять, потому что на сегодня у меня Бригандины нету на первый канал. Я обещал ее проходить. Так что надо будет еще снимать мне Бригандину. Это видео, получается, на загрузку, наверное, поставлю. Ух. Приятно, на самом деле, было позаниматься Ютубом. Не только не потому, что я в игры именно прям так сильно уже люблю играть. На самом деле, нет. Меня просто, знаете, не люблю ничем не заниматься. Я не скажу, что при этом какой-то рабочий человек, рабочая там супер лошадка, но мне нравится просто, чтобы не сидеть без дела, все-таки что-то делать. Для меня YouTube был этим делом, и когда я работал, потому что работа у меня была не напряженная, уж тут что сказать. И, соответственно, без работы я старался активнее им заниматься. Но старые игры все-таки, они не привлекают внимания, к тому же они не популярные, которые я снимаю. Да и на самом деле я пытался там героев снимать, вообще супер мало пособирало. Да и надо сказать, что, конечно, я весьма слабо в них играл. И да и в итоге я вообще там застрял и даже не смог дальше пройти. Там мне нужно перекачивать было офицера, чем я пытался заниматься, но потом как-то плюнул, потому что понял, что просмотров, опять же, никаких все равно это не соберет, а смысла не имеет. Вот как-то так. Что ж, мы успели пройти за это время на втором части канала одну из серий Dynasty Warriors, там, вторую вроде бы, да. Dynasty Tactics я там хотел все сюжетки пройти, но тоже застрял, потому что, ну, я, в принципе, не очень сильно понимаю, как их открывать. Ну, то бишь, нужно очень много попыток, чтобы просто заходить в какие-то сюжетные перевороты и открывать. Так что, поэтому Dynasty Tactics я подзабил в этом плане. Хотел, конечно, продолжить их каким-нибудь образом. Но вот, как видите, пока не продолжил, не знаю, продолжил ли в итоге. Романс мы прошли не один раз, в итоге он стал главной игрой на данном канале. Как Бригандина на прошлом, на другом, так Романс на этом канале стал главной игрой. И даже, кстати, неплохие просмотры собрала первая серия, самая по Романсу, там 1000 вроде бы даже. В целом, конечно же, как всегда, как в любых летсплеях, интерес сильно угас у людей. Пытаемся, как видите, челленджи пройти, но... К несчастью, под конец года я вот только наконец-таки добрался до последнего, получается, боя четвертого. И пока что у меня там чуть-чуть сформировалась стратегия, но не знаю, навряд ли получится мне завтра это дело пройти. Так что, ну, еще я еще что-то записывал на этот канал. Уже, естественно, слабо помню, что такого записывал. Очень много было первых взглядов на различные стратегии. Я пытался записывать. Очень много стратегий вообще не запускалось или записывалось, но без картинки. Так что прям... Не все получилось записать, что хотелось бы, увы. Ну что ж, всем спасибо, кто все-таки хоть как-то смотрел. Редко, но ставил лайки. С учетом, что я тут немного изучаю нейропрограммирование, в частности, подсознание. Не буду вам желать, потому что подсознание, когда ты желаешь, оно записывает, что у тебя чего-то получается нет. Поэтому будьте... Будьте в лучшем своем состоянии, в лучшем состоянии самого себя.
обязательно, скажем так, эволюционируете. По-другому не знаю, как просто это сформировать. Развиваетесь, это, ну, на самом деле, развитие, оно переоценено, как, ну, то, каким оно подано, на самом деле, очень сильно переоценено. И так называемое развитие не очень-то развитием и в каком-то плане является. Я бы это скорее больше назвал бы задротством. Вот. Но, ну, опять же, каждый все равно делает что-то, что ему более-менее хотя бы нравится. Надеюсь, с вами все будет хорошо, что вы будете, что вы в порядке сейчас. И я желаю, блин, при этом вот как вам что-то пожелать сказать вот такого, да? Теперь не знаю из-за этого. В общем, с вами все хорошо, друзья. Я вижу, что с вами все хорошо. В будущем еще лучше. Все у вас, все, вы только крепче, сильнее становитесь. Я в этом уверен. И наращивайте свой потенциал, свое будущее у вас радужное, я в этом уверен. Что ж. Сори, что так скомканно, потому что действительно. И не хочется чем-то негативным для вас заниматься. И, ну, при этом как-то вот в плане пожелания сложно что-то высказать в таком вот виде. Вы сильны, вы хороши, вы мудры, и прибавляете все это только. И вы молодцы, я в этом уверен. Так или иначе, иногда тяжело, иногда хочется сдаться, но я уверен, что не будет. Это будет лучший вариант для вас развития. Что он есть, и он только, и он от вас никуда не уйдет. Да. Хорошие игры играете, потому что... Я тоже играю в хорошие игры, и мы обязательно с вами когда-нибудь в дальнейшем в этих хороших играх и увидимся. Всем пока-пока.